Планета Глизе-436b находится на расстоянии 33 световых лет от Земли в созвездии Льва. Ее размеры сопоставимы с размерами Нептуна. Она в 22 раза тяжелее Земли, а ее радиус больше земного примерно 4,5 раза. Радиус орбиты этой планеты примерно равен 7 миллионов километров. Для сравнения, радиус орбиты Меркурия в среднем 58 миллионов километров, а радиус орбиты Земли примерно 150. Таким образом, эта планета находится на очень близком расстоянии от звезды. Планета Глизе-436b интересна тем, что она в основном состоит из воды, которая при температуре на поверхности планеты порядком 300 градусов по Цельсию находится в твердом состоянии, которое называется горячий лед. Но как это возможно? Дело в том, что гравитация создает огромное давление на воду, молекулы которой плотно упаковываются, превращаясь в лед. И даже такая высокая температура не способна заставить молекулу воды испариться с поверхности. Именно поэтому планету можно считать весьма уникальной и необычной.